Здравствуйте, мои дорогие. Пока жду автобус, такой прикол придумал я, типа как анекдот. Заходит Алексей в салон мужские стрижки и говорит такой: «А где мои друзья?» А ему говорят, типа: «А как они выглядели?» Я говорю: «Ну, так как и я. Я даже это точно помню. Здесь вот договаривались встретиться. Сколько их было? Трое. Артос, Портос и Арамис». Шутка говорит: «Ага, а вы типа Д'Артаньян?» Ну да, и типа так. Ладно, всего вам хорошего. Счастья, мира и любви. До скорых встреч. Мои дорогие, до скорых встреч. Пока-пока.